Туристичний сервер Закарпаття та туристичний клуб «Альпфокс» представляють. Була відкрита в 1814 році, закрилася вона аж во второй половині 20-го століття. И была очень популярна, причем не только в Праге, но и по целой Европе. Принадлежала она семье с фамилией Дитрих, это была немецкая семья. Ну и как доказательство того, что эта аптека была одна из самых популярных, у нас здесь есть рецепт, который в 1933 году получил президент Чехословакии, там Гарик Масарик. Он получил рецепт на капли для глаз, который ему выписал доктор, который имеет специализацию хирург и гинеколог. Что достаточно смешно. Хотя на это тоже существует объяснение. И объяснение заключается в том, что аптека была богатая, большая, и на случай, если вдруг пациент не имел рецепта на какое-то лекарство, он мог обратиться к доктору, который сидел в этой же аптеке, у него был свой офис, и за определенную плату доктор его исследовал, смотрел, и действительно, если ему нужна была это лекарство, он мог написать ему рецепт, и тут же пациент это лекарство получит. Ну и президент Чехословакии, соответственно, я думаю, исходя из своей профессии, много времени не имел, поэтому пользовался именно этой услугой. И поэтому достаточно скоро его личный терапевт, его, как говорят чехи, обводний лекарь, стал именно этот доктор, который работал в этой аптеке.